Значит, сегодня мы с вами разговариваем о настройках производства, связанных с размером партии выпуска. Давайте мы с вами договоримся так. У нас основная наша работа будет происходить в демо-базе. Вот, то есть, что я буду рассказывать, то я буду сразу и показывать. Давайте я эту демо-базу сразу вам выведу. Так, значит, с чего мы с вами начнем? Давайте я сразу же покажу вам, что я сделал за рамками данного вебинара, ну, в качестве такой подготовительной работы. Ну, во-первых, значит, обращаю ваше внимание, что у меня есть здесь номенклатурная позиция «журнальный столик». Никаких особенностей у нее нет. Единственное, что я установил схему обеспечения. Схема обеспечения готовая продукция. Вот. И эта схема обеспечения предполагает, что на основном складе у нас вот этот самый журнальный столик появляется за счет собственного производства. Эта настройка нам потребуется. Второй момент. Естественно, я сделал ресурсную спецификацию. Мы в ходе работы ее будем с вами модифицировать. Да, вот спецификация «журнальный столик». Ну и, как вы видите, здесь спецификация, она такая достаточно символическая. В ней вообще нету никаких сложности сейчас, да, у нас производится один журнальный столик, используется какое-то символическое количество древесины, чтобы производилось из чего-то, и есть только один этап, тоже без каких-либо особенностей. Ну, вот такая вот простейшая ситуация. Ну и, наконец, я сделал заказ на производство, с которого мы с вами и стартанем. Да, мы производим один журнальный столик по указанной спецификации и выпускаем его на основной склад. Давайте попробуем с вами посмотреть, что у нас будет. Но я думаю, что это уже ни для кого не является секретом. И как программа отреагирует на данную ситуацию, вполне понятно. Мы сформируем этапы производства. Настройки этапа нас не сильно интересуют. Нас интересует только количество продукции, которая планируется к выпуску. Запланирован выпуск одной штуки. Ну, как бы простейшая ситуация. Давайте немножечко вмешаемся в процесс. Во-первых, я сразу же удаляю этапы. И сейчас я попробую пойти немножечко сложнее. Я попробую создать этап под конкретный заказ клиента. Давайте я этот заказ создам. Так, значит, ну, неважно, любой клиент, любой склад. Так, давайте какое-нибудь соглашение поставлю. В принципе, особо соглашение это нас не интересует. Главное, чтобы здесь был журнальный столик. Лечится. Ну, давайте я запрошу 5 штук. По цене 1000. Так, сейчас цену я уберу. 1000. Тезис к обеспечению. Проводим заказ клиента. И сейчас я попробую сформировать заказ автоматически. Так. С
ставлю по потребности. Склад. Основной склад. И благодаря настройкам у нас сейчас должен сформироваться заказ на производство. Да? Так, ну, тут даже лишнее что-то из предыдущих. Вот, ну, вы видите, что здесь формируется заказ клиента на 5 штук. Вот, естественно, так, уже что-то там одно есть, значит, обеспеченное предыдущими заказами, которые я не убирал, да, тут заказ был безадресный, соответственно, сейчас программа сформирует заказ на производство на 4 штуки. Ну, давайте я доведу до конца. Да. Сформировать заказ. Вот он, заказ на производство. Непонятна организация, но я ее просто не указал в способе обеспечения. Вот. Значит, соответственно, будет произведено 4 штуки. Причем, давайте я его сейчас помечу на удаление. И я хочу отметить, что я бы мог поступить немножечко иначе. Я бы мог вот так вот сделать, обеспечивать обособленно. И если бы, и давайте посмотрим, что будет в этом случае с заказом на производство создаваемым. Как вы видите, в данном случае на производство уже идет 5 штук. Почему? Потому что программа, она разделяет просто производство и производство под обособленную потребность. Под обособленную потребность мы пока еще ничего не производили, поэтому в данном случае будет 5 штук. Ну, вот такое вот немножечко затянувшееся введение. Я просто показал вам, как это работает в принципе. А вот теперь давайте поиграем немножечко с настройками ресурсной спецификации и посмотрим, какой эффект это. Так. Какой эффект это окажет на действие программы? Скажите, пожалуйста, у вас сейчас со звуком, с изображением все нормально, а то вот я зашел в чат и смотрю, есть сложности. Нормально. Значит, тогда давайте мы с вами сделаем вот что. Первый способ, с помощью которого мы можем управлять производимой партией. Мы можем с вами манипулировать вот этим вот параметром количества. Вот этот вот параметр, количество. Я могу здесь поставить 10. Ну, чтобы уж соблюсти логику, я поставлю здесь 2 куба. Вот. И в этом случае программа у нас будет производить журнальные столики в количестве 10 штук. Да? У нас в заказе сейчас только 1 штука. Ну, давайте мы с вами запустим производство и посмотрим, сколько у нас в итоге получится. Сразу хочу вам сказать, что на самом деле переупрямить вот эту вот настройку тоже можно. Ну, давайте последовательно пойдем. Я сейчас спецификацию включаю. И давайте посмотрим, как программа отреагирует при производстве. Сформируем этапы производства. Спецификация у нас та же. Вот. Переходим к диспетчированию этапов. И мы видим, что у нас сейчас на производство уже запущено 10 штук. То есть программа автоматически выпуск увеличила. Причем здесь есть два очень интересных момента. Во-первых, давайте я опять
удалю этапы и выпущу вот этот вот второй заказ на производство, который я сейчас вам показывал. Так, ну, здесь опять вопрос, связанный с организацией. Вот, выпускаем под конкретный заказ клиента 5 штук. Отправляем в производство. И идем в управление очередью заказов. Попробуем сформировать этапы вот по этому заказу номер 8. Я думаю, вы догадываетесь, что там, конечно, будет 10 штук. Но вот тут есть и определенная особенность. Выпускаются две позиции. Ну, точнее говоря, это одна и та же позиция, но она разбита на две половинки. Первая половинка выпускается под назначение, вторая половинка – это вот такое дополнение. Хочу вам сказать, что вот эта вот логика, значит, выпуск под назначение, а потом, значит, добавление в этап дополнительного количества для того, чтобы соответствовать вот этому ограничению по партии, оно работает не только вот сейчас, когда я вам показываю формирование под заказ клиента. Это будет работать и при автоматической разузловке изделия. То есть, если вы пытаетесь выпустить полуфабрикат, и вам нужно только, скажем, две штуки, а в спецификации на полуфабрикат указано количество 10 штук, в этом случае программа сделает то же самое. Она сделает выпуск полуфабриката, значит, под назначение и в дополнение просто полуфабриката, который пойдет на склад. Вот такой вот эффект надо, конечно, иметь в виду. Но это не все. Давайте мы сейчас с вами опять-таки удалим все этапы. Так, давайте проверю чат. Так, вопросов нет пока. Хорошо. И снова вмешаемся в ресурсную спецификацию. У нас указано количество 10, но при этом у нас на закладке «Производственный процесс» есть еще вот такая вот настройка – «Запуск». Запуск кратно 10 штукам. По умолчанию программа нам предлагает выпустить 10 штук вот этих самых журнальных столиков. Но мы можем изменить и указать произвольными порциями. К чему это приведет? Так, стоп, я ее не включил. Так, давайте действует. К чему это приведет? Давайте посмотрим. Вот этот вот заказ у нас на одну штуку. Сформируем этап. И перейдем к диспетчированию. Сколько у нас будет производиться? Производиться будет одна штука. Вот получается, что настройка, которую я сейчас вам показал, вот эта настройка, да, настройка, которую я сейчас вам показал, вот эта вот настройка переключения на производство произвольными порциями, это настройка, которая как бы отключает вот эту. Стоит нам здесь установить произвольными порциями, и вот это вот 10 штук, она уже не будет работать как ограничение по производимой партии. Зачем тогда вообще все это нужно?
понимаете, в чем дело? Вот в эту настройку кратными порциями и, значит, произвольными порциями, она позволяет осуществлять сложное нормирование. То есть, что я имею в виду? Ну, представьте себе ситуацию, когда у вас нормы расходов, они установлены не на единичку. Бывает так, что нормы устанавливаются там сразу на 10 штук, там, на тонну, ну и так далее, и так далее. Вот. И в этом случае может получиться не очень удобная ситуация, когда, скажем, у нас на 10 штук используется, ну, скажем, не там 2 кубических метра, а 7 кубических метров. Вот если у нас вот есть такая норма, на 10 штук используется 7 кубических метров, просчитать норму расхода на 1 кубический метр, на 1 штуку, ну, это будет уже какая-то сложная дробь, и это не всегда удобно и не всегда читается хорошо. То есть, ну, мало того, что надо точно указать количество, надо, чтобы вы сами воспринимали нормы, которые сюда введены. Вот такие вот сложные некратные нормы с помощью вот этих вот двух настроек, они также могут использоваться. Так, следующий у нас момент, который надо разобрать. Значит, обращаю ваше внимание, что здесь у нас существует такое понятие, как минимальный запуск. Минимальный запуск. Значит, мы здесь можем задать 10 штук. Вот, значит, давайте мы так, давайте установим статус разработки. Так, вот здесь сейчас вернем единичку. Производственный процесс. Значит, минимальный запуск мы здесь можем установить 10 штук. Если у нас кратный запуск, да, не произвольный, а кратный, то, ну, казалось бы, мы здесь можем указать те же самые 10 штук. Но это не совсем так. Давайте мы попробуем с вами сделать что? Мы укажем 2 штуки. То есть у нас вот это вот количество, исходная спецификация, будет 2 штуки. Что будет в этом случае? Обратите внимание вот на это указание. Минимальный запуск измеряется, в том случае, если здесь стоит кратно, минимальный запуск измеряется количеством вот этих партий. То есть, если мы сейчас с вами здесь поставим 2, здесь поставим кратно 2, а здесь минимальный запуск 10 партий, то, по идее, у нас вот при таких настройках запуск должен осуществляться партиями по 20 штук. Давайте посмотрим, как это работает. Ради интереса давайте заставим программу сейчас сделать не один этап, а 2. Предположим, мы с вами будем выпускать 22 штуки. Ну, вот столько нам нужно. Если сейчас мы с вами сформируем этапы производства, вот при тех настройках, которые я вам показал, что у нас будет? Сколько выпускается? Выпускается 22 штуки. Значит, что, в принципе, вполне логично. Да? Почему? Потому что с помощью вот этой вот настройки, которую я сейчас показывал, с помощью этой настройки, мы с вами задаем не партию выпуска кратную, мы с вами задаем минимальное количество, которое вообще имеет смысл запускать в производство. Давайте попробуем с вами сделать вот так. Изменим заказ. Так, давайте удалим этапы. Изменим количество на 12.
и сформируем этапы производства. Смотрим, что получилось. В этом случае выпускается вот эта самая минимальная партия 20. То есть вот эта вот настройка, которая мы сейчас с вами смотрели. Вот это. Значит, эта настройка, она отвечает за минимальное количество, которое может присутствовать в партии, в производимой партии. То есть меньше быть не может, больше быть может. Это вполне допустимая вещь. Но у нас может появиться задача, когда нам надо разделить производство на несколько партий. Что в этом случае нужно использовать? Ну, давайте мы с вами сейчас возьмем и вот это вот усложнение уберем. Значит, здесь будет кратно одной штуки. Ограничение на минимальный запуск мы уберем. И укажем, что оптимальный запуск 10 штук. Посмотрим, какой эффект это окажет на наш заказ. Обратите внимание, у нас сформировалось два этапа. Один этап на производство 10 штук вот этих вот журнальных столов. Второй этап на производство остатка вот этих вот двух штук. Таким образом, благодаря вот этой настройке, оптимальный запуск программа, наши этапы будет пилить по 10 штук. Хорошо, а что будет, если мы вот изменим еще и минимальный запуск? Вот у нас будет вот так вот. Минимальный запуск 10 и оптимальный запуск 10. Очищаем этапы. Формируем. Опять есть два этапа. Первый этап на производство 10 штук. Второй этап тоже на производство 10 штук. То есть речь идет о чем? Программа, следуя нашим указаниям, так, куда я ресурсную спецификацию делал, программа, следуя нашим указаниям, отрабатывает наш заказ 12 штук следующим образом. Она в соответствии вот с этой настройкой делит заказ на произвольные порции. На порции по 10 штук. У нас всего 12, значит, программа поделила на две партии 10 и 2. Партию 2 она увеличивает до объема минимального запуска. Рядом вы видите еще вот такую вот настройку. Допустимое превышение 0. Значит, для чего это нужно? Ну, вот... Тут нам необходимо понять следующее. Программа, она, в общем-то, пытается действовать разумно и пытается создать какие-то, ну, более или менее удобные партии для производства. Мы сейчас смотрели достаточно простой вариант. Да? Минимальный, оптимальный запуск. Давайте мы с вами сделаем следующее. У нас будет оптимальный запуск 100.
Минимальный запуск 80. Если мы с вами запустим вот при таких параметрах, скажем, производство 170 штук, сколько программа произведет? Сколько у нас будет в этапах? Да, 180, то есть, ну, не 180, а 100 плюс 80. Совершенно верно. Если 200, какие у нас этапы будут? 100 плюс 100, правильно. 210. Ну, 210, 100 плюс 100 плюс 80, да? Все верно. Значит, но вот такой вариант у нас, такой вариант, он неудобен, потому что получается, что мы 70 штук, как бы гоним на склад, а не по заказу. Вот. Чтобы этого избежать, мы задаем программе некие допустимые отклонения. И вот здесь, прежде чем мы с вами начнем экспериментировать, давайте я задам вот такое вот допустимое превышение 10. Ну, тут правильнее сказать допустимое отклонение. Ну, ладно. И давайте вот эти вот три примера с вами попробуем прогнать вот с учетом допустимого отклонения. Итак, у нас, давайте мы так удалю этапы. Да. Давайте мы с вами произведем 170 штук. Что у нас в этом случае получится? Смотрим. Два этапа. В первом этапе у нас 90. Во втором этапе у нас 80. То есть в данном случае мы выпускаем ровно столько, сколько нужно для нашего производства. Почему у нас это получилось? Потому что мы имеем вот эту вот возможность плюс-минус 10 устанавливать, и программа уменьшила вот эту вот оптимальную партию 100 на 10 штук для того, чтобы общий объем производства был ближе к тому уровню, который есть в заказе. Так, ну вот уже по логике, Александр, почему не 240? Потому что логика программы, она вот именно такая прямолинейная. То есть она сначала пилит по оптимальным партиям, а дальше вот получившуюся партию, хвостик, она увеличивает до минимальной. Для того, чтобы она работала хитрее, надо устанавливать вот это вот отклонение. Так, да, вот, правильно, да, ну, понятно, мы, может, слишком гоним, вот, может быть, действительно, для меня это уже функционал достаточно простенький, вот, да, наверное, лучше запись, и я надеюсь, что я все-таки книгу допишу, по сути дела, я вот этот, в этом вебинаре излагаю одну из глав книги по производственному планированию, которую я пишу. Так, значит, так, давайте вернемся с вами. Значит, вот как разложится 170, понятно. Как разложится 200? Ну, тут, я думаю, очевидно все. Ну, давайте для чистоты эксперимента мы это с вами сделаем.
Ну, как бы здесь все ожидаемо, мы получим 100 плюс 100. То есть здесь действительно идет все по оптимальным партиям, ну, как бы все нормально. И теперь давайте мы с вами посмотрим, что будет, если мы с вами поставим 210. Напоминаю, что у нас база должно получиться 280. Ну, давайте. Значит, действие сформировать этапы производства. Сто пять и 105. Ну, а программа вполне разумно поделила на два кусочка с учетом того допустимого отклонения, которое мы задали. Так, ну вот, с этим функционалом более или менее понятно. Ну, вот тут я бы, вот чтобы в это как бы вжиться. Чтобы в это вжиться. Значит, я вам советую поработать и попытаться сделать самим. Меньше минимальной партии 50 штук к производству, минимальная 80 штук, отклонение 10. Нет, вот это вот минимальная партия, это очень жесткая настройка. То есть тут вы никуда от этого не уйдете. Так, так, хорошо. Значит, давайте поедем дальше. Значит, что у нас еще здесь есть? Что у нас еще здесь есть? Еще у нас есть вот такая вот настройка, которая, ну, она и у меня, в общем-то, вызывала достаточно много сомнений. Так. Так, давайте. Ресурсная спецификация, журнальный столик. Давайте вот сейчас я вот эти вот все отменю. Ну, оптимальный запуск будет 10. Берем. Значит, срок пролеживания изделий. Ну и давайте поставим с вами 5 дней. Что это такое? Давайте мы с вами сделаем следующим образом. Во-первых, пойдем с вами в настройки способов обеспечения потребности. Мы используем вот этот вот способ, собственное производство. Вот давайте я сразу закрою то, что забыл оформить. И вот здесь у нас есть настройка обеспечиваемого периода. Давайте мы с вами поставим, значит, здесь тоже какой-то обеспечиваемый период 10 дней. Вот, и давайте мы с вами попробуем поработать с заказами клиентов. Значит, у нас уже есть один заказ. Давайте, чтобы у нас не было конфликта, я заказ на производство старый удалю. Так, и создам следующее. Значит, у меня будет заказ на 5 штук. Я поставлю обеспечивать просто. Э,
Значит, отгружать этот заказ надо, у нас сегодня какое, 27-е. Ну, давайте его надо будет отгружать 27 числа. Да? Сделаем именно так. И скопируем и сделаем второй заказ. Точно такой же, но отгружать мы его будем уже 30 числа поставим. Вот, значит, вот у нас есть два заказа с двумя датами выполнения, и давайте попробуем сейчас сформировать заказ на производство. Как это будет работать? Так. Так. Значит, ну вот, смотрите, так, а у нас тут уже все уже пообеспечивали. Так, давайте. Значит, вот этот вот заказ мы тоже удалим, чтобы он нам не мешался пока. Так, давайте еще раз покрутим заказ на производство по потребностям. Так, значит, у нас оба наших заказа попали в производство. Идем далее. И у нас... Давай сформируем заказ. Посмотрим, что у нас в этом заказе будет. У нас производится 10 штук. Хорошо. Давайте попробуем видоизменить заказ. Давайте попробуем вот так вот сделать. 3 число. И снова запустим формирование по потребностям. Так, закроем. Так, и то, и другое попало. И то, и другое производится. Значит, давайте мы с вами... Сделаем сейчас что? Так, значит. Пуска 27. Так, что-то уже стало барахлить. Давайте проверим. Срок пролеживания. Пять дней у нас. Если мы произведем 27-е. Так, давайте. Тут, возможно, программа не совсем корректно это подсчитывает. Ну, давайте. Так. Так, третье. Давайте попробуем.
седьмой, что ли, поставить. Так. Попробуем. Ну вот, значит, я нащупывал срок, значит, ну вот здесь вот это удалось сделать. Смотрите, значит, вот сейчас сработала настройка, о которой я вам говорил. Еще раз давайте ее покажу. Ограничено время, которое это изделие может лежать на складе, и благодаря вот этому ограничению программа сформировала не один заказ на производство, как в предыдущем примере, а два заказа на производство. Один у нас будет выпускаться 27.08. Второй ставится желаемая дата выпуска 7.09. То есть благодаря вот этого ограничения программа при формировании заказов по потребности будет делить две вот этих партии. Так, ну что, у нас еще немножечко... Да, рабочие, конечно. Значит... Так, ну давайте посмотрю. Так, меньше минимальной партии, например, 50 штук производства, минимальная 80, нет, 60 выдаст, это я ответил. Если минимум и максимум жесткий, а рекомендованная максимум минус 20. Ну, если максимум минус 20 вы можете указать, да, и за счет отклонения вы как раз максимум можете указывать. Релиз программы у меня... Так... 2.56.81. Да, и сразу же оговариваю, как только появится 2.57, там немножечко по-другому будет... обеспечение. Ну да, третье я точно не посчитал, да, потому что у нас через выходные шло. Так, ну и, наверное, еще один момент в оставшееся время, связанное с формированием, ну, как бы с формированием партии. У нас есть еще одна интересная настройка. Давайте я тут все сейчас позакрываю. Так, заказ на производство. Сниму пометочку. Ресурсные спецификации. Мы сейчас с вами в этой ресурсной спецификации. Так, значит, вот это все пообнуляем. Производим 10 штук и 10% брака. К чему это приведет? Значит, напоминаю, что на производство 10 штук мы тратим 2 куба древесины. Так, установить статус действует. Так, установить статус действует. И давайте мы с вами и сейчас запустим. Так. Производство 10 штук. Формируем этапы. Значит, производится у нас 18 штук. Производится у нас 18 штук. Ну вот тут вот надо... Как бы уже не совсем логика прозрачная, почему так получается.
Значит, ну, давайте мы с вами попробуем в этом разобраться. Мы с вами запускаем одну партию в 10 штук. Это определяется спецификацией. После того, как мы запустили одну партию в 10 штук, у нас одна штука отправляется в брак. То есть, фактически, мы произвели только 9 штук, а нам надо 10. Поэтому для того, чтобы произвести еще одну штуку, мы вынуждены запустить еще одну партию в 10 штук, которой в соответствии с нормами тоже будет одна штука брака. В итоге мы выпустим 18 штук. Но затратим столько материала, сколько требуется для выпуска 20 штук. Вот такая вот сложная логика у программы при обработке нормы брака. Значит, ну, немного не по... Так, ну, давайте. На склад выпустится... Так, давайте последовательно, да? Значит, немного не по теме, как ресурсная спецификация указать рабочий центр. Значит, действительно не по теме. Мы в ресурсной спецификации можем указать рабочий центр не самой спецификации, а в... настройках этапа. Вот здесь мы можем указать использовать виды рабочих центров и указать загрузку по рабочим центрам. Вот. Но это уже отдельная история. Вот. Как бы следующая глава. Так, значит, следующий вопрос у нас какой? На склад выпустится 18 штук, да, естественно. 18 штук. Где указывается норма брака? На закладке, в ресурсной спецификации, на закладке «Основное» мы помимо количества указываем процент брака. Так, что у нас еще? Как будет, как быть с материалами? Кто будет платить за материалы на 20 штук вместо 10? Ну как? Значит, надо что-то думать с производственным процессом. Как-то его запускать по-другому. Но при данных настройках, значит, получится именно такой эффект. Снижать норму брака. Так, какие еще вопросы у нас остались и какие есть пожелания на следующее? В новом не в релизе, это уже как бы... То есть это уже изменение там... 2.5.7, по-моему, это будет. Это, по-моему, 2.5 последний вариант. Вот. Его стоит ждать, его ждали в мае месяце. Во всяком случае, вот как только он выйдет, надо будет, конечно, запускать вебинары, связанные с работой с этой потребностью. Я их готовлю, но пока смысла нет. Еще передумать, не дай бог. Так, какие еще вопросы есть? Вы знаете, Марина, может быть и можно. Я, честно говоря, это не проверял. Скорее всего, да. Инна, да, можно в явном виде указать выпуск брака.
Вот, но это уже немножечко другое. Мы тогда должны сделать следующим образом. Давайте я покажу. Мы тогда должны вот здесь вот выпускать не вид номенклатуры, а список номенклатуры. И если мы программируем выпуск брака, то есть, скажем, из 10 у нас идет выпуск там 9 штук и одной бракованной, значит, сюда надо бракованную добавлять. Как обрабатывается сложная ситуация при производстве полуфабриката? То есть, когда изделия собираются из полуфабриката, но у которых разные оптимальные минимальные партии. Значит, я это показывал в начале. Вот когда у вас что-то, ну, программируется выпуск полуфабриката, это всегда идет обособление. Вот. И если минимальная партия больше, чем вот то, что под обособление идет на следующий этап, будет дополнительный выпуск на склад. Брак в побочный промежуточный выход можно задать? Да, можно. Значит, тут надо понимать, что вообще между вот этими двумя закладками, ну, там, выпускаемая продукция и побочный промежуточный выход, между ними разница только одна. Значит, здесь себестоимость продукции будет рассчитываться, здесь себестоимость продукции будет планироваться. То есть здесь мы указываем цену выпуска, а эта цена будет заминусована в себестоимости вот этой готовой продукции. Спасибо за внимание. До свидания.